и снегом пик вознесся до небес. Сдаваться не привык, без боя Эверест. Срывал палатки он, наотмашь ветром бил, и все же покорен, и все же уступил. Жаль, конечно, что не мы на вершине в этот миг, но не стоит на судьбу таить обид. Есть в каждой жизни есть свой невзятый Эверест, на него еще взойти нам предстоит. Под руки на землю с высоты герои-смельчаки, достигшие мечты, последний сделав шаг, глядят на белый свет. Но мир устроен так, мечте предела нет. Жаль, конечно, что не мы на вершине в этот миг, стоит на судьбу таить обид. Есть все в каждой жизни есть свой невзятый Эверест, на него еще взойти нам предстоит. Что, эпопея, которая начиналась в июне месяце, благополучно завершена. Когда? Сегодня 20 сентября. Группа из трех человек достигла все-таки вершины. Это победа. Жаль, конечно, что не мы на вершине в этот миг, но не стоит на судьбу таить обид. Есть все в каждой жизни есть свой невзятый Эверест, на него еще взойти нам предстоит. Жаль, конечно, что не мы на вершине в этот миг, но не стоит на судьбу таить обид. Есть он в каждой жизни есть свой невзятый Эверест, на него еще взойти нам.